Рано утром барнаульские полицейские одновременно зашли в квартиры по трем адресам, где живут фигуранты уголовного дела о нестандартном мошенничестве. Злоумышленники выдали себя за работников автосалона. Под предлогом диагностики транспортного средства они забрали у потерпевшей ключи от машины и скрылись на ней. После требовали от женщины за возврат имущества более 1 000 000 рублей. Сотовый телефон чей? Мой. СТК-карты где? Звони по возврату автомобиля. Нет. Ключ от гаража, в котором машина стоит, Мерседес, в гаражный бокс номер 40. Там все понятно, все задокументировано. Просто где ключ, чтобы не пилить дверь? Не знаю. Ключ от Мерседеса где? Не знаю. Мужчина лукавит. Ключи от автомобиля, сотовый телефон и ноутбук, с помощью которых подозреваемые связывались с жертвой, нашли в этой квартире. Все трое задержанных – жители краевой столицы. Они познакомились в колонии. Выйдя на волю, только один из них смог найти работу, устроился кладовщиком. И, похоже, именно он придумал схему обмана автовладелицы. В данном деле фигурируют 3 человека. Роли каждого из них в дальнейшем будут определены в ходе следствия. За мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевший, полицейские вскоре вернут автомобиль стоимостью около 4 миллионов рублей. Его нашли в одном из гаражных боксов города. Мошенники даже в случае уплаты выкупа не собирались отдавать иномарку. Ее хотели продать жителям Казахстана. Сергей Зыков, Андрей Кизилов. Специально для информационного канала «Город».